Оба. Штык, здорово! Так, давай быстрее, дел по пятке. По какие пятки? Ну сейчас элитные приедут, надо на них Бурова загнать. Че еще за элитные? Спецназ, элита. В общем, все серьезно, погнали. Ну погнали. Нифига себе! Штык, ты куда? Тебя встречать, ты сейчас подъедешь. Куда подъеду? Штык, тебе что, амнезия? Тебя контузило, что ли? А, ты навстречу движешься, вообще красавчик. Смотрю, подготовился, давай. Дел по пятке. Ага, знаю я твои по пятке. Спецназ, элита, все дела. А, ты уже в курсе? Догадался, сука. На север пошел. След, след, иди. Что, Серег, нашел? Серег, что, берлога? Чего? Мандарины, говорю, подснежные. На, держи. Под мою водичку хорошо заходит. Слушай, реально мандарины. Егерь тоже говорил, не взойдут. А что ты без ружья сегодня? Медведь, как увидит ружье, сразу поймет, в чем дело. А топорик так, подшугану чуть-чуть. Ну, ёкарный бабай, а. Серега! Это надолго. Пойду, пока маленькое дело сделаю. Телевизионщик! Штык, ты? О, ты здесь, а я тебя там высматриваю. Давай, слазь, план Б. Очухался? А где я? Давай. Что за план Б-то? Эти уже подъезжают. Надо план Б делать, Борис, понял? Потому что Артем убежал. Борис. Иди встречай, давай, иди ага, встречай. Элиточку, элиточку. А у меня план Б. Все, давай. Пошел, да. Давай. Нифига себе. Привет! Чё за мышь? Скорый, проверю. Иди сюда, дичь. Ловкач, всё чисто. Ну я же аж штыка. Сам-то он где? Ну медведь там, все дела. Показывай только огневую точку. Периметр обстрела, угол огневой атаки определим сами. Да. Чё застыл? Показывай дорогу. Ну, вышка где-то здесь должна быть. Отличник, грозя, прием. Отличник, слышу тебя, прием. Координаты вышки скинь. Сейчас наведу. Попало чё-то. Чё делать? Чё делать? Муравью хер приделать. Телевизионщик, знаешь, что научил? Кто? Серега Штык, еще у Вьетнаме. Тот еще херодел. О, ништяк. Дай руку. На, держи. Гроза принята. Координаты получил, выдвигаемся. А что мне с ней-то делать? Себя оставь. Направление северо-запад, 5 километров, один привал, 2 минуты. Так точно. Так точно. Ты че? Показалось. Здорово. Здорово, братуха. Тыка, ты что такое? Все нормально. Это у нас обнимашки сейчас со Вьетнама. Так, это вам охота, а не рыбалка. Поэтому сначала бьем зверя, потом пьем. Путевки здесь, ружье здесь. Второй номер вот тут, бруствер вот тут. Телевизиончик, ты здесь остаешься, а я через полчаса на вас медведя вывожу. Понял. Красавчик, Серега, до секунды все разложил. За этой башляем. Чё, Штык же сказал, не пить. Случайно зашла. Пипец. Медведь! Вот это жара! Ты там медведь, медведь, стреляй, давай! Братва, отойдите. Да ну его нафиг! Штык, ты медведь? Его медведя. А как же эти? Да не парься, до утра побегают, кого-нибудь завалят. Короче, отдыхает мужик. Тут важно процесс организовать. Штык, а ты что, во Вьетнаме, что ли, воевал? Нет. А как же обнимашки? Муравью хер приделать. А, я там отдыхал и с ним познакомился. В свое время хороший медведь был. Телезенчик, ну что стоишь? Чего? Ну иди машину прогревай.
Штык, а что это она? А что она у меня в руках-то? Штык, что делать-то, а? Блин! Чутка в сторону кинь. Чё, медведь, как тебе? Офигенно! Подписывайтесь на Про-Бро! Чё, бро, устал? Погнали! Я дышать буду, ага. Понял? Синхрон, пожалуйста. Погнали! Блин, Кирилл! Погнали, он танцует! Все ради кадра, все ради вас. Боже, как это тяжело, а? По сугробам бегать. Фу. Подписывайтесь на канал.